Мой папа был цеховиком в Норильске, а мой в Одессе русским был вором. Мы познакомились с тобой по переписке, нашли друг друга, но несчастливы вдвоем. Мы познакомились с тобой по переписке, нашли друг друга, но несчастливы вдвоем. Этап наш стал на станции Таежной, напротив нашего стоял другой состав. И мусора совсем неосторожно на солнце щурились, забыли про устав. И мусора совсем неосторожно на солнце щурились, забыли про устав. Прилипли мы к малюсеньким окошкам, и кто-то крикнул: девочек везут. И я увидел вашу нежную ладошку, и все услышали, как девушки поют. И я увидел вашу нежную ладошку, и все услышали, как девушки поют. Ручкой маленькой мне бросили малявку, в ней ваше имя и номер и ТК. Но так случилось, что на любовь заявку через решетку в сердце бросила рука. И так случилось, что на любовь заявку через решетку в сердце бросила рука. Потом разъехались мы по командировкам, в неволю письма из неволи отсылал. Вы мне писали, как пытают на Петровке, и я всю жизнь свою вам тоже рассказал. Вы мне писали, как пытают на Петровке, и я всю жизнь свою вам тоже рассказал. Наверное, часто вы так плакали ночами, когда узнали, что хотел в побег уйти. Но так мечтал я повстречаться с вами, ваш срок кончался, ну а мой на полпути. Но так мечтал я повстречаться с вами, ваш срок кончался, ну а мой на полпути. Головушка дурная, я получил по совокупности статей за то, что так тебя люблю и так скучаю. 3 года крытки, 5 уральских лагерей. За то, что так тебя люблю и так скучаю. 3 года крытки, 5 уральских лагерей. Твой папа был цеховиком в Норильске, а мой в Одессе русским был вором. Мы познакомились с тобой по переписке, нашли друг друга, но несчастливы вдвоем. Мы познакомились с тобой по переписке, нашли друг друга, но несчастливы вдвоем.